Вот тут такая лавочка со смайликами. В общем, нарисовано на ней вот красиво. Смотрится так вот красиво. Она красная, на ней солнышко, вот смайлики. Вообще так красиво. Вот тут тучка. Но эта тучка на баклажан похожа. Вот тучка такая вот. Вот тут такая качеля. Красивая вот. Вот тут. Вот. Это вот такая вот машинка для подъема груза. У нее смотрится она вот так вот. Вот у нее место для того, чтобы сидел водитель, ну, тот, который управляет машинкой сбоку, она смотрит вот так вот. У нее вот такие вот красивые колеса, вот, написано 58. Вот она выглядит вот так вот сзади. Сзади она выглядит вот так вот. С этого боку она выглядит вот так вот. У нее 58 тоже написано. Вот она выглядит вот так вот снизу. Вот такая вот красивая машина, честно. Очень, очень, наверное, интересно ей играться. Если у кого есть, или была бы, думаю, не пожалели бы. Вот. Сверху она выглядит вот так вот. У нее вот тут видно вот. У нее ковш, это отдельная вот история, я его хочу показать. Вот, на ковше у нее крючок, вот. Вот крючок у нее на ковше, вот. Она может ковш поднимать, опускать, вот. Когда она его поднимает, она выглядит вот так вот. Когда она его... Вот. Такая вот красивая подъемная машина. Машинка вот так вот может поднимать груз, у нее опускается ковш. Ковш опускается, ну, и она может поднимать груз. Вот. Вот. Потом у нее, конечно, ковш поднимается, но у меня нет такого груза, который она может удержать. Вот. Вот. Если вам понравилась машинка вот такая вот, пишите лайки, ставьте комментарии. И я еще не раз вас удивлю вот такой вот машинкой. Вот. Да. Слишком детская машинка. Она не может удержать груз. Но это уже такое дело. Думаю, у кого есть такая машинка, всем понравится.